Добрым утром, любимая, крупными буквами. С добрым утром, любимая, не жалея белил. И лежит нелюдимая надпись «Огнимания». Браво, браво, друзья. У нас сегодня в гостях бард, музыкант, народный артист России Олег Митяев. Доброе утро. Доброе утро. Вот и сразу настроение хорошее, правда? Конечно. Доброе утро, любимая. Что под 8 марта может быть лучше? Ну, а в другой вашей песне поется «Крепитесь, люди, скоро лето». Вообще будет лето? Вообще, мне сейчас хочется сказать «добрый вечер». Такую рань мы поем песни. А с сезонами все-таки? Лето, весна будет? А вообще, я очень люблю лето, осень, зиму и весну. Даже вот такую весну, соснеженную? Я всегда мечтал, чтобы вот в такую пору по всей Москве висели плакаты. «Крепитесь, люди, скоро лето». И как-то, это же какой-то ненормальный написал на стекле еще в моем детстве. И так это радовало всегда. И вот сейчас, 16 марта, у нас будет фестиваль. Ну, фестиваль-концерт «Крепитесь, люди, скоро лето». Кое-где плакаты висят, но выступать будут вместе со мной молодые авторы, которые новые песни споют. Ну и, конечно, старые мы тоже попоем. И странно, что один из дуэтов, Юрий Висбор и Алексей Хомчик, это вот потомки великих бардов, и которые будут выступать. Ваши дети еще не выступают? Мои дети, к сожалению, или к счастью, я не знаю, один занимается тяжелым роком, и первый альбом назвал «Тяжелая наследственность», а второй – гаражный рок, и центровая песня у него «Я хочу жить в Икее». В общем, они пишут, это зараза, конечно. А внуки, интересно, они каких музыкальных стилей придерживаются? Внук один играет в хоккее в Челябинск. Так. В Челябинске. Его зовут Олег Митяев. Вот. А остальные, одна поет, играет на скрипке, а другая еще совсем маленькая внучка. Так что у меня трое внуков. Ну, хочется поздравить вас с днем рождения. 19 февраля исполнилось 62 года. Да. Как отмечали? Ну, как-то скромно я пытался проскочить, потому что это не юбилей. Но все-таки посидели с друзьями, попели песни. У вас есть возможность уникальная поздравить, но желательно коротко, всех женщин нашей прекрасной страны. Дорогие женщины, я бы был последним идиотом, если бы тратил время на всякую ерунду. Я желаю вам здоровья, хорошего настроения, большой любви и чтобы не было войны. Здорово. И прямо сейчас еще немножко музыки, пожалуйста. Ну, вот эта песня, ее поют все мужчины, но знают наизусть и женщины. Понятно, тот же Юрий Висбор. Ты у меня одна, словно в ночи луна, словно в степи сосна, словно в году весна.